Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская. У нас 8 часов, как всегда, в Барселоне хлопают, а сейчас еще и у нас живая музыка. У нас живет в нашем доме певица, и поэтому она поет вместе с Queen песню «Барселона». Поэтому у нас такое немножко сегодня музыкальное сопровождение. Меня сегодня попросили рассказать немножечко в прямом эфире про то, что я собираюсь поехать на TED, и я пишу книгу про счастье. Это был такой запрос, может быть, не все психологи знают. Добрый вечер, Юля. Не все психологи знают, что на 2 года я собирала интервью у людей со всего света. Это такое, знаете, мое хобби. Я пишу книги и очень увлечена этим, и поэтому вот сегодня рассказываю просто про свое хобби, потому что появился интерес. Потому что сразу после того, как книга будет выпущена, я поеду на TED в Америку, либо в Канаду. Или я надеюсь, что я смогу выучить испанский настолько хорошо к этому времени, что подам заявку на TED еще и в Испании, или в Аргентине. Ну, то есть хочется выступить и рассказать про эту книгу про счастье, потому что 12 человек из 12 стран мира рассказали мне про счастье, почему они счастливы, как они пришли к этому состоянию, что помогает им быть счастливыми. То есть они отвечали на мои вопросы. Это абсолютно разные люди. Люди из Германии, люди из Голландии, из Дании, из Индии, из Грузии, из России, из Украины и откуда еще? А, из Таиланда и Англии. Ну, то есть это очень-очень разные люди. И они поделились еще раз своими секретами, почему им удается быть счастливыми. Кто-то из них, там, я не знаю, им там 30 с небольшим, кому-то 40, 50, 60 и даже 70 с лишним лет. И они все занимают очень-очень разные какие-то позиции в жизни. Кто-то ходит на работу в офис, кто-то знаменитость мирового масштаба, кто-то там вот монах из Таиланда. У меня есть вот последнее интервью его, я редактирую, надеюсь, что вот его интервью доредактирую и сразу отправлю в издательство эту книгу в России. Поэтому ищу как раз сейчас издательство, но я думаю, что я просто вот с улицы отправлю всем издательствам, так же, как, знаете, писательница, которая написала «Гарри Поттера», отправляла во все издательства, и ее книгу заворачивали, но она не теряла надежды, и когда-то какое-то издательство взяло, и она стала знаменитой на весь мир. Я надеюсь, что эта книга получит всемирную известность. Я хочу перевести ее на 20 языков, и потому что даже редакторы, переводчики, те, кто помогал мне транскрибировать эти интервью, они плакали очень многие, когда читали эту книгу, потому что эта книга еще раз про счастье. Ну, просто очень, вообще, я не могу даже сказать вообще, настолько интересно, я сама читаю, когда я поражаюсь, насколько интересные ответы, насколько глубокие ответы. Если кому-то нужна ссылка, у нас есть уже сайт про эту книгу про счастье, можно оставить на нее заявку, и напишите в директ, мы просто пришлем вам эту ссылку. Меня пригласили выступить на подкасте на англоговорящем и рассказать тоже про эту книгу про счастье, что это за книга, потому что каждый, здравствуйте, кому я рассказываю про эту книгу про счастье, они меня спрашивают: Ира, что это за книга, когда она будет? У меня уже есть несколько адресов людей из разных стран, которые хотят эту книгу уже, несмотря на то, что эта книга еще не вышла, даже на английском, даже на русском. То есть ее сначала на русском нужно издать, затем перевести на английский, на испанский в первую очередь, потому что там есть еще испаноговорящая девушка из Буэнос-Айреса, из Аргентины, ну, она тоже живет по всему миру, и сейчас она в Майами, по-моему, тоже, ну, вот обычная женщина, которая воспитывает там 2 детей, и там она не занимает каких-то руководящих должностей, но тоже очень счастлива и тоже рассказывает про свое счастье. Вот, да, я поеду на TED еще раз как автор вот этой книги, как психолог, как коуч, который исследует эту тему, тему счастья, почему люди счастливы, как они становятся счастливыми. Ну, то есть мне это очень-очень интересная тема, и поэтому я эту тему много лет уже пропагандирую, и сама счастлива, поэтому я
это все рассказываю. Максим, привет. Максим, прямо сегодня очень жалела, что не смогла попасть на твой мастер-майнд. Название книги пока у нас черновое, «Привычка быть счастливым». Посмотрим, что скажет издательство про эту книгу. И издательство, сами знаете, они могут дать название другое этой книги. Поэтому пока книга называется «Привычка быть счастливым». И осталось буквально несколько дней до того, вот как книга будет закончена в авторской редакции. Дальше посмотрим, как будут быстро действовать редакции, которые возьмутся за издание этой книги. Вот, что еще? Ну, на TED заявка, подготовка к выступлению, я готовлю речь, я буду рассказывать про свою теорию, теорию трех чудес в день, потому что эту теорию трех чудес в день применяют люди по всему миру, и они избавляются от депрессий, они становятся просто более счастливыми, более легкими, более воздушными, потому что вот это... привычка быть счастливым. Ой, так, Максим, так, через неделю будет мастер-майнд по семиотике, буду рад видеть. Максим, спасибо тебе огромное, потому что у меня сегодня опять там с переездом, тут мастера приходили, и, в общем, я поздравляю с книгой, спасибо. Все, я уже ее заканчиваю. Максим, представляешь, я ее заканчиваю, уже такое счастье, господи. Ну, уже все, я вот последнее интервью брала в том году, в апреле, и вот еще целый год мне понадобилось на то, чтобы ее перевести, отредактировать, выслушать все-все интервью, параллельно работая с клубом, параллельно тут создавая еще книги для психологов, параллельно переезжая в Барселону и уча испанский язык, ну, то есть параллельно идет очень-очень-очень много процессов. Но я рада, видимо, книге нужно родиться в то время, когда ей нужно родиться, поэтому так. И TED, конечно, меня ждет, да. И я хочу прям подготовиться, хочу прям нанять человека, который специально мне подготовит, поможет мне подготовить презентацию к выступлению на TED, рассказать про три чуда, рассказать про вот эту теорию трех чудес. Еще раз, в клубе у нас богатых психологов все уже, я надеюсь, привыкли к этой привычке, потому что мы каждый месяц ее повторяем. И вот это, вы знаете, это действительно меняется система восприятия, меняется психология восприятия. Я знаю механизм, как это работает, несмотря на то, что людям его, эту практику очень легко выполнять. Всего лишь нужно заметить три чуда в день. И я рассказываю, как это делать. И еще раз, это кажется, что вот, ну, очень легко, но когда это становится привычкой, чудеса имеют особенность расти, и происходит еще больше и больше и больше чудеса. Ну вот, например, одно из самых последних чудес, я загадывала квартиру, я очень хотела квартиру с террасой, с видом на Барселону красивым, и мне очень хотелось, чтобы вот из окон было прям вот все-все видно, но в то же время мне не хотелось прям вот на самой террасе жить, потому что террасы в Барселоне, как правило, знаете, у них такие вот, ну, маленькие квартирки, не очень, все, что я смотрела, мне не нравилось. И вдруг пришла такая квартира, где две трети окна занимает небо, окна в пол, буквально, мы живем в самом красивом здании Барселоны. Цена на эту квартиру меньше, чем моя предыдущая квартира. Да, вот, Юля говорит, крутая практика, все работает. Цена меньше, и у меня на 7-м этаже, я жила на 6-м, на 7-м этаже у нас есть бассейн, он общий, но там практически никогда никого нет. Можно загорать, можно купаться. Мы сегодня утром делали с Николь там йогу. В 8 часов пришли и вот наблюдали птиц в небе, и там видно и Монжуик, и Саграду Фамилию, и всю Барселону, и вот небо, самое главное, видно небо, солнце, и делать йогу одно удовольствие. Ну вот, поделилась с вами личным, ничего сегодня полезного про клуб, про психологов рассказывать не буду, скорее всего, расскажу завтра. Еще раз, вы в любой момент можете купить у нас участие, годовое участие в клубе, присоединиться к клубу богатых психологов, пока что за 45 тысяч рублей, потому что мы готовим еще один модуль, 13-й, про то, как продавать группы, набирать группы, и вот этот модуль будет дополнительно идти подарком к годовому пакету, только к годовому пакету он будет идти. И мы готовим этот модуль, в общем, и пока что программа еще раз стоит годовая 45 тысяч рублей, со следующего месяца мы опять поднимем цены, потому что я все время улучшаю этот продукт. И как только вы покупаете год, вам открывается сразу 6 модулей, то есть это сразу 180 видео, это сразу дополнительно еще 70 часов видео, это 5 интенсивов,
там, я не знаю, сколько там, 70 часов, наверное, потому что где-то там интенсивы по 10 часов, где-то по 7 часов. И вот эти видео, просто огромное количество базы данных сразу открывается, 45 тысяч рублей, и вы можете сами, самостоятельно, можете в клубе спрашивать меня обо всем. 15-минутные консультации у вас раз в месяц проходят. Ну, то есть годовой пакет очень вкусный. Там, я не знаю, куча подарков всяких. Посмотрите, у нас ссылка в шапке профиля есть. Можно быть богатым и счастливым психологом. Можно быть богатым и духовным психологом. Можно быть богатым, счастливым, духовным, я не знаю, красивым, здоровым психологом, коучем, репетитором, там, я не знаю, врачом-гомеопатом, тарологом. У нас астрологи, тарологи, у нас кто только не учится. Ну, то есть эта программа подходит абсолютно всем, потому что, ну, вот абсолютно всем, кто работает с людьми, работает онлайн, по скайпу. И скоро, в конце мая, как обещала, я обещала еще в том году, проведу интенсив по работе с родом. Вот сегодня прям сидела, расписывала план, интенсив по работе с родом. Вспомнились такие практики, которые я давала 15 лет назад, которые вы нигде не найдете в интернете вообще. Ну, вообще все, кто у меня учился, вы знаете, что я ничего не даю из интернета, из каких-то других источников. Я даю все только то, что я сама изучила, то, что сама придумала, то, что сама взяла из учебников, из литературы, от других мастеров, не просто каких-то тренеров, а прям мастеров древних, поэтому буду давать практику барабана в Бурунди. Я уверена, что практически никто не знает, что такое барабаны в Бурунди, и что это за практика, и как можно с ней работать с родом. Ну, то есть очень глубинные вещи по работе с родом буду давать, и интенсив будет в конце мая. Сейчас будем готовить лендинг на этой неделе. Пока что так. И продолжается набор в группу «Деньги 2». Начинаю проводить бесплатные консультации, можете записываться, тоже писать, и проведу бесплатные консультации. Ну, завтра напишу еще про бесплатные консультации. Все, на сегодня все. Всем ромашек, счастливо и хорошего вечера, хорошей, доброй ночи. Все, счастливо.